Я думал опубликовать это видео без каких-либо комментариев, потому что все и так ясно. Но сегодня в Инстаграме короткому отрезку этого видеоролика был оставлен комментарий о том, что нужно помогать милиции ловить пьяных. Так вот, вчера и позавчера включительно я только и делал, что помогал милиции ловить нетрезвых водителей. Так произошло, что я даже одного водителя вплоть до дома сопроводил. Он беспрепятственно зашел домой, закрыл машину. И я не знаю, что он там дальше делал. Я позвонил в милицию, сообщил, что водителя, который не подчинился законным требованиям сотрудника милиции и скрылся с места остановки, я обнаружил, зная его место жительства, потратил около полутора или двух часов на то, чтобы доложить до сведения милиции, донести, что я обнаружил адрес, я знаю, где этот водитель живет, я знаю, что он сделал, я был свидетелем. В итоге через полтора часа мне позвонил инспектор и сказал, что ну раз он домой зашел, то извините, мы сделать больше ничего не можем. Я говорю, ну хотя бы вы же можете его оформить за то, что он не подчинился требованиям сотрудника милиции. В ответ просто пустота, да, и мне очень больно и обидно за то, что когда проводили эти бесконечные реформы, у людей была надежда, что что-то изменится в этой стране. И те люди, которые проводили эти реформы, мне их тоже жалко, потому что они, наверное, где-то в глубине души хотели, чтобы эти реформы принесли какие-то результаты, но в результате того, что, наверное, будет грубо сказать, что им образование не позволяет или интеллект не позволяет, им определенный уровень не позволяет видеть ситуацию в таком ключе, что отдельно невозможно реформировать УПСМ от всей системы. Это просто путь в никуда. К сожалению, они не хотели это слушать и делали эти бесконечные реформы. А я, в свою очередь, не хотел губить судьбы молодых ребят. И больше года я абсолютно ничего не делал, никаких видео вы не видели. Потому что, как вы видите, к ним подходишь с камерой, они начинают трястись. Начинает умолять, чтобы мы не выкладывали видеоролики. Идем к ним навстречу, но начальство не хочет абсолютно никакой диалог проводить, потому что это старые, те же чиновники, которым не нужны перемены, которым нужна стабильность. Но стабильность, вы сами знаете, какая. ДТП все больше, пьяных все больше, тонированных автомобилей все больше, хотя скоро тонировку легализуют. Но неважно, немного отвлеклись. Я лишь хочу сказать о том, что ничего не изменилось, все то же самое. Просто ребят жалко молодых, судьбы которых на плечах тех, кто реформировал, бесполезные реформы проводил, и на тех, кто сейчас командует этими ребятами. Это те же старые сотрудники. Вот на вашей совести судьбы наших граждан, судьба нашей страны и судьба этих молодых ребят, которые вот так от нас убегают. А вдруг нас бы убивали? Мы просто хотели сообщить о, возможно, пьяном водителе. Ну, в общем, смотрите видео, сами все поймете. Кто там? Один разговаривает по телефону. Инспектор! Смотрите. Он увидел нас, да? Да, да, смотрите, разговаривает по телефону, такой не палится. Инспектор! Борт 051! Инспектор! 01-859-59-МД. Остановитесь, пожалуйста. Смотри, едут.
такое? Ну, второй инспектор пассажирам уже сказал, что типа сейчас остановимся за да, этим, да, да, я видел. За светофором. Вот, да? Раз, да. А, блин. Нет. Так бы сейчас можно было выйти перед ними, да? Да. Ну что, они всегда будут вот так ездить? Смотри, как они сами нарушают, не останавливаются. Kırılız Respublikası'nın delanı! Kırılız Respublikası'nın delanı! İçki işleri organlarına! İçki işleri organlarına! Hızmatta girip yatır! Hızmatta girip yatır! Kırılızlar'ın elini! Kırılızlar'ın elini! Derinlik kızmat kuluğa! Derinlik kızmat kuluğa! Saltanat Doğu Hanberemin! Saltanat Doğu Hanberemin! Kırılız Respublikası'nın konstitüsyası! Kırılız Respublikası'nın konstitüsyası! Kırılız Respublikası'nın idamları! Ustafların delavaşka! Ustafların delavaşka! Çelemlik hukuku atları! Çelemlik hukuku atları! Hıyırsak doğumu! Hıyırsak doğumu! Öz ömürüm beyabaslar! Öz ömürüm beyabaslar! Canan dardın cana! Canan dardın cana! Mamleketli hukukların! Mamleketli hukukların! Erginliklerin! Erginliklerin! Vizamduk kısıtlıkları! Vizamduk kısıtlıkları! Kılmıştı cana aşka! Kılmıştı cana aşka! Vizamba karşı kolsalılardan! Vizamba karşı kolsalılardan! Korkuğumu! Korkuğumu! Öz içinde vizamduğum! Öz içinde vizamduğum! Çınçıldıktır adiletliğülük! Çınçıldıktır adiletliğülük! Prinsiplerin karmalığa! Prinsiplerin karmalığa! Kırağı cana gayrattı! Kırağı cana gayrattı! Kızmatker boluğa! Kızmatker boluğa! İnsanlık durmaktı oğlu! İnsanlık durmaktı oğlu! Mamleketlik cana kızmattı! Mamleketlik cana kızmattı! Sırtı bekem saklı oğlu! Sırtı bekem saklı oğlu! Kızmattık farzım cana! Kızmattık farzım cana! Mamacık bölge milletlerdi! Mamacık bölge milletlerdi! Ah niyet tahtar ula! Boşanda yeri! Boşanda yeri! Dilekçinin buyruklar tahtar ula! Dilekçinin buyruklar tahtar ula! Kızmattı kılıkçılık için! Kızmattı kılıkçılık için! Darıl olan yerde kızmattı dövgü! Darıl olan yerde kızmattı dövgü! Ergen altındı ustam! Ergen altındı ustam! Ala Kırgız Respublikası'nın! Ala Kırgız Respublikası'nın! Mizanları boyunca! Mizanları boyunca! Yalan söz verirsin! Yalan söz verirsin! Atamekenge kızmatlım! Atamekenge kızmatlım! Atamekenge что нужно сделать в этой обстановке, в этой ситуации, для того, чтобы они нас услышали, увидели или просто-напросто остановились? Уже сколько минут? 9. Вот, ребята, чувак кошку уже выгрузил в эту мусорку. Уже 9 минут мы гонимся за патрульной милицией, чтобы сделать заявление, просто заявление. То есть они нас не видят, просто игнорируют. То есть 102 звонишь, не берут трубку. Я знаю, что они сейчас. Они дождутся того, чтобы мы на красный остановились где-нибудь. Да, за ним. Светофор ловит. Да, 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 светофор ловит. А потом стартануть и включить мигалки. И типа у нас вызов срочный и короче. Офигеть. А, они же тебе еще хуже делают, я не понимаю.
на магистрали, скорее всего, выйдут прямо. С мигалкой, а мы не сможем поехать. Да. Долго думали. Они без основания будут использовать мигалки, да? Ребят, сейчас они уйдут от нас. Ну, это 90%, да? Сообщение сотрудникам УПСМ. Патрульную машину увидел, 051, бортовой номер. Сейчас, 051, да? Да, 051, бортовой номер. И уже 10 минут они от нас ездят. Мы справа и слева объезжаем, сзади ездим. Они не останавливаются вообще. Мы хотим им заявление сделать, а они не реагируют никак. По кругу ездят просто. Выйдите, пожалуйста, по рации, чтобы они остановились. Мы вот сзади них едем. Да, там мы хотели про подозрительную машину сообщить. Уже и забыли, честно говоря, за 10 минут. Госномер не запомнили, пока видео их есть, останавливали. Видео есть. 01KG, 859 МД, 051 борт. 51 борт. Да, прям за ними. 10 минут уже ездим. Пожалуйста, спасибо. Ничего не останавливается, не принимает заявление от нас. Те же самые 051 борт. Они сейчас прямо едут, да? А, классно. Алло. Я только что по поводу 051 звонил. До сих пор не останавливается. Номер ответственного можете дать? А, сейчас вот останавливается вроде. Не, сейчас что-то медленно едет, а во, начинает останавливаться. Сейчас, секунду, повисите. Вот все, остановились. Конец. Спасибо. Заметили, что вы нарушаете, вот вам делаем заявление, да, чтобы вы приняли меры в отношении вашего водителя. У нас есть видеофиксация, пожалуйста, посмотрите, это доказательства. Мы звонили в дежурную часть, чтобы вас остановили. Инспектор, не могли бы удостоверение показать? Старшина милиции Марис Улу Ханымет. Марис Улу Ханымет. А сіздікі фамилия? Инспектор России отношения, кто это, кто это проверяет?
Прапорщик милиции. Улитбеков Марат Чай Албекович, Гор Косту, доказательства. Гахтарна, торт свидетель. И видео бар. Здесь корсет консул. Так, ну вас, смотрите, начнем с первого. Подсветка номера не горит. Выключи. Не горит, не горит. Посмотрите. Не горит. Посмотрите. Ну ладно, не горит. Горит, но очень плохо. Очень плохо горит, но его не видно. Что там, пластиковая бутылка стоит? Не, оно горит, но там пластиковая бутылка стоит. Здравствуйте. Как рабочая лошадка. Как Богу? Нет, ну арта анкет не там. Спасибо. Вызвал инспекторов, которые нарушили, также не принимали у нас заявление. Вот, оформили, выписали 3 протокола, вынесли 3 постановления. И также мы написали отдельное заявление за то, что они на более 20 минут мы не могли на них постучаться и их остановить. Вот сейчас, как видите, начальство оформляет, регистрирует наше заявление. И сейчас там они должны выдать такой корешок, где будет указано все данные, по которым мы будем следить ход дела. Вот. Начальник, а? Спасибо.